Закончив Лискинскую школу, я решила поступить в престижный Воронежский университет. Буду мировым экономистом. Ну, до общаги нормально добраться не удалось. Да и соседи мне были какие-то странные. Это коммунальная. Здрасте, я телепортируюсь. Ну, а мы тогда братья Боярские. У меня шляпа, а у него усы. А это дочь наша Лиза. Смотри, мне какую папан тачку подарил. У-ху! Амазон ты какой! Да, в порядке. А до универа меня подбросишь? И вот мое первое знакомство с универом. Да я тебя на зачетку щелкну. Ох, лупоглазненькая получилась. А это кто? Активисты наши. Они ставят миниатюрки, сценки, танцы, музыку пишут. А это самый красивый мальчик факультета. Желанный не только девочками. Он у них самый главный. Привет. На, втрепи. Я без закуси не пью. Ну, волосами занюхай. Да ладно, давай жахнем. Филе. Ну, давай, за любовь. Да ты уж синий весь, глянь, сейчас плохо станет. Слабак. На следующее утро он не пришел. Я терялась в догадках. Акс-эффект, акс-эффект. Да, смотри, какой я. Давай, действуй. Какой ты классный. Пойдем на танцы. Идиоты. Ядрен батон, какие люди. Проспался. Проспался. Проспались. А хочешь в перваке поучаствовать? Хочу. А что делать умеешь? Ничего не умею. Ну, то есть вообще ничего. А что к нам тогда поступило? Ну, может, хоть играть умеешь? Зайца могу попробовать сыграть. Ну, вот как-то так. Да понял, я понял. Не, ну она прикольная. Ну, если не сыграть, так полы помоет. Приду. Ночью, как в фильмах про любовь? Дура, я с первокурсницами не отираюсь. Да ты голубой! Я все поняла. С мужиками постоянно обтираешься, девушки у тебя нет. Пиво с ними постоянно пьешь. Тебе никто не поверит. Встань и иди. Я взял тебе билеты на первокурсник БПФ. Ах, рыбалка, 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 червей брать! Рыбалка моя. Сейчас одеваюсь, одеваюсь. После концерта. Нет, концерт мне не понравился. И очереди опять в буфет. Положение о первокурснике. Так, сайт. Историки. Уже выступили, так. ПММ. Уже выступали. Юрфак. Опять эти ужасные сценки про расчленение. Осталось только наше выступление. Он быстрый. Он делает декорации. Он всегда ходит в гриме. Он сочиняет музыку. Он пьет кровь первокурсников. Ты вечно пьешь и никогда не ешь. Ты никогда не спишь и все время ходишь и ржешь. И много вас таких? 17. И давно вас 17? Уже да. Ты член жюри. Зря ты в это ввязалась. Теперь придется помогать делать концерт. Пойдем, покажу, что у нас есть. Учи меня, лень. Вот так у нас делаются декорации.
А это у нас видео. А это забивочка. Сам сочинял. А это задник наш. А почему она его рисует, не глядя? Да у нас уже 5 лет один и тот же задник. Да и вообще, она сумасшедшая. А мне нравится, очень красочно. Главное, задник повесить и не свалиться. А с такими миниатюрами первак проигрывает. А сейчас пойдем на репетицию танцев. Шухер! Вахтеры! Свистать все в кусты! Тут кто-то нам стекло мячиком разбил. Малинин, ты? Это не мой. А кто тогда? И вообще, вы натоптали, а мы тут босиком ходим. И пропуска у вас нет. И бумажка ректором не подписана. Злые вы, Боярский. Ух, и соседка у вас стрёмная. Согласен. Минутная готовность. Начинаем концерт. Лучшая постановка «Глаза», миниатюра «Заяц» и лучшие декорации. 4 ведра пенопласта. И, конечно, лучшая женская роль. Не зря я ногу в 4 местах сломала. Слава тебе, Господи, что все закончилось. Зря ты так думаешь. Уже пора весну начинать готовить.